место. Сегодня мы поговорим о том, что делать при потере ориентировки. Как нужно действовать, если вы перестали понимать, где вы находитесь? Напомню, что в ориентировании существуют две основные тактики. Точное чтение карты и грубое чтение карты. Начнем с первого. Точное чтение карты – это прием ориентирования, когда вы определяете свое местоположение очень точно. Двигаясь по карте, вы вчитываетесь в каждый объект. Представим, что при движении от пункта 1 к пункту 2 вы двигаетесь с точным чтением карты. То есть читаете все объекты. Заболоченный участок, земляные воронки, бугор, несколько микробугорков рядом, нечеткую границу леса и, наконец, бугор с контрольным пунктом. При точном ориентировании, если вы понимаете, что сбились, вам нужно остановиться, хорошенько осмотреться, при этом оставаясь на месте. Ищите ориентиры и привязки. При точном ориентировании велик шанс, что вы лишь немного уклонились от нужного вам направления и, осмотревшись, точно найдете нужный ориентир. Например, в рассматриваемой нами ситуации вы ушли немного правее и не видите бугор. Останавливаетесь, осматриваетесь и либо слева от себя видите бугор, либо справа воронки. И таким образом понимаете, где вы, и продолжаете движение на пункт. Если же вы не смогли увидеть ни одной привязки, то лучше всего вернуться к тому месту, где свое местоположение вы знали точно. К примеру, к этим воронкам. И уже от них заново заходите на КП. Многие в таких случаях совершают ошибку, предпочитая бездумно прочесывать лес, уходя все дальше от нужного места. Чаще всего это не приносит результата, и вы лишь теряете время. При грубом чтении карты вы не отслеживаете свое местоположение постоянно, а двигаетесь от объекта к объекту. Например, вы движетесь от пункта 4 к пункту 5. План прост. По направлению выйти на тропинку и по ней на пункт. Предположим, что вы отклонились вправо. Бежите и понимаете, что вы должны уже были давно выбежать на тропу, а ее все нет. Что делать? Остановитесь. Осмотритесь. Возможно, как и в случае с точным чтением карты, вы найдете какой-то ориентир. Если нет, то есть несколько вариантов. В данном случае лучшим решением будет взять направление на север до дороги. В какой бы точке леса вы ни находились, двигаясь в этом направлении, вы точно попадете на дорогу. И уже с нее выйдете на контрольный пункт. Еще один пример. При движении с 7 на 8 пункт вы планировали выйти на дорогу и с нее взять КП. Вы отклонились вправо и не прочитали тропинку. Ну, предположим, она заросла. Здесь вам нужно взять направление и выходить на дорогу на юго-востоке. Иными словами, вам нужно найти линейный ориентир или площадной ориентир с четкой читаемой границей. Такой, чтобы, двигаясь в определенном направлении, вы точно на него вышли. Если таких ориентиров несколько, выбирайте тот, с которого потом удобнее выходить на КП. Таким ориентиром может быть дорога, тропа, но только если вы уверены, что она хорошо читается. Река, ручей, поле, забор, линия электропередач или канава. Если вы видите поблизости от себя возвышение, то можно подняться на него и осмотреться. Возможно, это поможет определить ваше местоположение. Главное, что нужно запомнить, как при точном, так и при грубом чтении карты, что нет смысла продолжать искать КП, пока вы не определили свое точное местоположение. Что же делать, если все ваши попытки определить, где вы находитесь, не увенчались успехом и вы окончательно потерялись? Главное – не паниковать. Наверное, каждый ориентировщик хоть раз бывал в такой ситуации. Тут приоритетом становится определение своего местоположения, а не поиск КП. Вы также можете начать с поиска ориентира, на который попытаетесь выйти, но уже не привязываясь к тому, что с него нужно брать КП. И только после того, как вы точно будете знать, где вы, принимайте решение. Продолжите ли вы дистанцию или пойдете на финиш. Кстати, не забудьте, что независимо от того, как прошла дистанция, пройти через финиш нужно обязательно. В настоящее время правила соревнований обязывают организаторов соревнований указывать на карте аварийный азимут. Что это? Это направление, в котором вам нужно двигаться, если вы потерялись, и описание того, как выйти к организаторам. Также указывайте телефон организатора для экстренной связи. Так что если вы не уверены в своих навыках ориентирования, то возьмите с собой телефон. На многих соревнованиях, где участвуют непрофессиональные спортсмены, наличие телефона – это обязательное условие. Всегда перед соревнованиями проверяйте в карте наличие информации об аварийном азимуте и запоминайте его на случай, если карту вы потеряете или она придет в негодность, порвется или, например, размокнет под дождем. Заблудиться не так страшно, как может показаться.
Нужно просто не забывать о такой возможности и быть к ней готовым. Удачи на дистанции!